Эти двуногие думают, что мы, пчелы, не можем летать, так как какие-то эксперты авиации считают, что у нас пчел крылья слишком маленькие, а тело слишком пухлое для взлета. И знаете что? Мы летаем. Мы летаем, потому что они нам не авторитет, и мы им не верим. Для нас нет ничего невозможного. Да и, собственно, как человечество не может это догнать? Сила мысли, Ватсон, однако. Смотри внимательно мне в глаза. Завтра тебя ждет большая удача. Все будет хорошо. Я узнавал. А теперь медленно, но верно. Поставь лайк и подпишись на меня.